В Иджигуте состоялся семинар по благоустройству городского парка. Мероприятие организовано в рамках подготовки к участию города во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Министерством России. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года и включен в федеральный проект. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения. Ежегодно из бюджета страны выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей. Первым этапом был выбор территории для участия в конкурсе, где жители смогли проголосовать посредством интернета. Около 4 тысяч человек приняли участие в опросе, где подавляющее число жителей отдало голоса центральному парку города. Есть такой конкурс Минстроя по благоустройству территорий вышеперечисленных населенных пунктов, по которому территория или муниципалитет может получить от 60 до 80 миллионов федеральных денег на благоустройство общественных пространств. То есть это ревитализация, реконструкция парков, аллей, скверов, те, которые сейчас сам бюджет местный не может потянуть, но людям это место нужно, оно востребовано. Минстрой РФ проводит конкурс, те проекты, которые наиболее интересны, которые наиболее учли мнение жителей, вовлекли их в этот процесс, получают поддержку, ежегодно проводится этот конкурс. Участники семинара были разделены на группы. Они обсудили готовые эскизы, продумали функциональные зоны и внесли новые предложения. Присутствующие в открытом диалоге озвучили существующие проблемы. Все мнения и идеи будут приняты во внимание архитекторами. Мы хотим провести первый этап ознакомления тем, что мы хотим реабилитировать наш город, озеленить, подарить молодежи, также и старшему поколению прекрасные локации для проведения своего личного времени. Надеемся на поддержку и что у нас все получится. В случае победы Иджигута получит грант в размере 70 миллионов рублей, что позволит сделать территорию парка любимым местом отдыха гостей и жителей города. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Иджигута.